леска, меня зовут Леонид. Вот, в двух словах, что, кого мы хотим найти. Вот. Нас интересует математика и НЛП. Это у нас основное интересное направление, то направление, по которому мы дальнейшее развитие планируем. И для поддержания текущих решений .NET, то есть CTRS, Version. Печеньки есть, Макбайл нету. Один центр. Вопросы. НЛП отрабатывайте на сотрудника. Они все думают, что у них есть печеньки. Нам не нужна, вам может быть. Ну, это не принципиально, на самом деле, абсолютно. Большая команда, сколько у вас человек? У нас 7 человек сейчас. Что он дает Сколково? Что он дает Сколково? Очень классный логотип у вас есть. Ну, все остальное. Ну, на самом деле, у нас есть команда в Москве, ну, вот, и как бы там это дает преимущество. Но в Украине у нас разработка, и в Украине нет преимущества. А Василий Сколково отдает нам. Вопросы, ребят, еще раз. Сколько вам лет? 20. Я скану? Да. Уже почти 4. И через 4 года у вас коллектив 7 человек? Что? За 4 года у вас коллектив 7 человек? Ну да. Сколько вы уже уволились? Надолго 4 человека работают, но я полюсь. Ну, у вас уже очень много есть, там очень много клиентов, только не маленькие. Смешные. Сколько у нас людей, которые математика? Сколько людей занимаются? Да, значит, дата сайенсов. Ну, на самом деле, я сказал, там 7 человек разработка. Вот, это сюда не входит те ребята, которые занимаются дата сайенсом. У нас сейчас трое. Вот, и мы планируем развивать. Еще вопрос. Кто придумал этот проект? А вот там есть Алексей в зале. Алексей уже закроется, да. Наш слева. Еще вопросы. Командировки в Москву или в Сибирь? На Колыму. На Хайло. Сколько? Так, последний вопрос. Есть? Нет? Все, спасибо.